Дамы и господа, студия «Квартал 95» представляет главные события 2006 года. Итак, событие первое. Новый и окончательный состав группы «Виагра». Наконец-то, мужички. Ну, наконец-то, мужской состав. Да. Никаких тебе декретов, да. Никаких других отмазок. Так, ребятушки, все очень хорошо. Нам с вами еще работать и работать. Давайте знакомиться. Костя. Жека. Хорошо. Костя. Санек. Костя. Костя. Воха. Прекрасно. Замечательно. Так, ребятушки. От лица руководства поздравляю вас со вступлением в группу «Виагра». Спасибо. Разбирайте. Ух ты! Это что, титьки, что ли? Опа! Какие титьки? Какие титьки? Вы же артист. Это ваша харизма? Титьки. Класс! Мне Надькина харизма попала. Слушай, ну почему сразу Надькина? А чё? Да, Надя их тоже носила. Ты молодец. Так, я вот это... Так, ребят, я предупреждаю, костюмы дорогие. Костюмы дорогие, поэтому во время песни руками себя не трогать. Понятно? Ясно. Так, ну... Я вас не запомню, как звать. Давайте так. Воха. Это понятно. Саня. Не запомню. Давайте. Темненькая, светленькая и лысенькая. Хорошо? Нормально. Нет, запутаемся. Давайте по старой схеме. Так. Надя, Вера и третья. Нормально. Хорошо? Нормально. Так, теперь по сегодняшнему выступлению. Да. Значит, вот к вам. Значит, первый куплет, Наденька. Вы танцуете с Верой. Слышь, Костян, а Вера это Саня или лысый? Слушайте, по ходу разберетесь, хорошо? Ну, я понял. Вы оба танцуете, да. Третья поет. Так я не умею петь. Боже мой. Состав меняем, проблемы те же. Так, значит, чтобы не повторять ошибок прошлого концерта, давайте с каждой по отдельности. Значит, Вера, я в последний раз повторяю, на стрингах. Тоненькая полосочка должна быть сзади. Слушай, а какая разница? А есть разница, Верочка. Уже на первой песне весь зал понял, что никакая вы не Вера. Александр. Сань, нормально. Так, теперь с вами. Давай. Я, конечно, ничего не имею против татуировок. Да, да? Ну, ради бога. Ну. Но вот этот ваш череп с парашютом в другом месте. Хорошо? Так, теперь ко всем троим. Слушайте, я запрещаю под босоножки одевать носки. Не, ну так мне холодно было. Тем более шерстяные. Так, ребятушки, люди ждут, работаем, давайте, зажгите звезды. И помните, главное у артиста это харизма. Поехали! Понял, титки главное. Не смогу тихо смириться с этой правдой, доле покориться. Как быть вот таким? Землю не видя жить. Что стало со мной? Вечно мы ловим чьи-то взгляды, прячем свои лица. Здесь, прямо на мне, крылья твоей души. Не отпускай, мое сердце у тебя в руках. Ты один меня согрел, лучик мой любимый ЛМЛ. Выпью я олиготе через свой любимый РОТ. Я не слышу
значения найду на свою большую ПОУ. Подними меня разок, не развяжется твой ПУПО. Не ходи ты в избирком, там тебя поставят РАКОМ. На российскую трубу не раскатывай ты ГУПУ. Все уходим, нам пора, это ваша группа Виагра. Дорогие друзья, так, сегодня вечер, весь вечер мы говорим о событиях. Ну, главное событие вы поняли. Второе событие, вы знаете, я купил себе в этом году мобильный телефон. Это событие для меня. Вы представляете, в этом телефоне есть абсолютно все функции. Все функции новые, а многих вы не знаете. Смотрите. Котик. Алло. Котик, привет. Котик, как дела? Что делаешь? Хорошо выглядишь, котик? Ух ты, эта блузка тебе идет. А это юбка, боже мой. Котик, ты что, в Макдональдс? А, только подъехала. Я тоже только подъехал. Алло. Котик, ты знаешь, я тебя очень хочу. Я тебя желаю. Да, подожди, котик, подожди, на второй линии жена. Побудь, не бросай трубку, да. Алло? Здравствуй, дорогая. Как дела? Это что, срочно? Прям срочно? Хорошо, давай. Борщ хороший, картофель недосолен. Да. Хорошо, любимая. Вечером буду, давай, пока, да. Алло, котик, как дела, ты здесь? Я тебя хочу. Страшно, да? Прямо сейчас? Ну, здесь людно. Хорошо, давай незаметно, как обычно. Поехали. Не переживай, у меня безлимитный. Алло, котик, давай кое-что поменяем. Алло, котик, подожди, мне звонит шеф, да, шеф звонит, повиси на трубке, да. Алло, Николай Степанович, да, Николай Степанович, да, договор насчет металла, да, я не хотел, ну так получилось, Николай Степанович, ну вы извините, сейчас я все понял. Николай, а у вас безлимитные. Нет, нет, Николай Степанович, нет. Насчет разгрузки, это не я, это Кравец. Включаю переадресацию. Алло. Котик, ты здесь, котик? Это ты, дорогая? Да, дорогая. А что, я не могу свою жену назвать котик? Почему такое дыхание? Ну, я в спортзале. Ты мне не веришь? Убедилась? Ну, все. Давай, дорогая, да. Люблю до вечера, да. Алло. Котик, как дела? Да, встречаемся, да, у тебя. Как, конечно. У тебя нельзя? У меня? Хорошо, подожди, я поговорю со своей женой. Повиси на трубке, да. Алло. Ну, бери трубку, ну, бери трубку. Ну, что ты, ну, бери трубку, ну, бери... Ты что, опять на телефон села? Вот змея. Алло, Алла Ивановна, здравствуйте. Передайте своей дочке, чтобы она встала с телефона. Какой сосед? Значит, я говорил этому соседу, чтобы он больше к нам не приходил. С трубами все нормально, козел. Алло, Николай Степанович. Николай Степанович, все хорошо. Да, и этот договор... Вы
Знаете, дорогие друзья, часто очень кажется, что вот это вот, вот все вот это вот на мобильный телефон это лишнее. Гораздо приятнее улыбаться, встречаться, ходить в гости. Добро пожаловать в вечерний клуб. Каждый вечер, вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг. Если ты от жизни, от своей устал. Может быть, заглянешь в наш вечерний квартал. Здесь сияют витрины. Девиз нашего квартала: жить так на Крещатике, гулять так на Андреевском, а пить так Союз Виктан. Ну, мы продолжаем. Знаете, наверняка многие из вас знают, что любимая группа Владимира Путина – группа Любэ. Но мало кто знает, что у нашего премьер-министра тоже есть любимая группа. Итак, любимая группа Виктора Федоровича – Полюбэ. Встречайте! Опа! И что? Их много. Все замечательно. Рады вас видеть. Итак, вы любимая группа Виктора Федоровича Януковича. Да. Но мало кто знает, что Виктор Федорович наш любимый премьер-министр. Ты понял? Да, смешно. Наконец-то. Ну, то есть, любит и слушает он исключительно вас. Не, любит-то он нас, а слушает исключительно Ренат Леонидович. Ясно, ясно. Слушай, а мы, как говорится, слушаем вас. И у нас для начала маленькая распевочка. Поехали. Коалиция поставит всех позицию, и народ, и оппозицию. Коалиция. Разбили. Цицея, это хорошо, слышите. Скажите, на каком языке ваш основной репертуар? Значит, мы работаем и поем на родном языке Виктора Федоровича. Ага. На суржике. Ну да. Все ж, прошу, как говорится. Следующая песня. Песня о предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Поехали! Да? Поехали! Ждет Севастополь, ждет Одесса, ждет Алчевск. А, давай, давай. Все, больше никто не ждет. Знаете, очень интересно, скажите, а что же вы хотите донести людям своим творчеством? Понимаете, наша миссия на этой сцене — донести людям то, что Донбасс — это не только холодильник. Да. Конечно, Донбасс — это еще степи, это шахты, это терриконы, это карьеры. Вот вас хотя бы раз вывозили в карьер? Или вы всегда вовремя отдавали долги? При чем здесь долги? Давайте споем, люди ждут. Да, пожалуйста. Да, следующая песня, под которую Виктор Федорович провел всю свою молодость. Поехали! А да, эх, веселей рабочий класс. А ну-ка, мальчики, любите девочек. А таз! Я расходился, жалюсь, а таз! Ребятушки, вернитесь, пожалуйста.
что? Мы еще не... Мы... А, это шутка! Да? Все понимают. Это шутка. Ты понял. Замечательно. Скажите, а такой вопрос. Вот у вас потрясающие такие сценические костюмы, да? Кто вам их шьет? Слышь, ты чё? Ты чё, на? А чё? Нам никто ничего не шьет. Мы реально, мы все вот это, понимаешь, мы покупаем в Киеве. Понял. А почему именно в Киеве? Да потому что мы в Киеве, Донецке, сейчас все покупаем. Реально. Нормально ты дал. Ну что ж, прошу, как говорится. Следующая песня про оппозицию. Поехали. Пусть оппозиция сильна, дурная тетка, стерва она. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Ревна, Батяня, Батяня, ревна. Ты уголь не прятал за спины, ребят. Летят самолеты и яйца летят. Держись, Ренат, Ренат. Ренат, Батяня, Батяня, Ренат. За нами Россия, Москва и Арбат. Короче, восточный за нас регион. Ренат, ё, шахтёр, чемпион. Ренат. Вот так. Вот это дали. Нормально. Браво, ничего не скажешь. Такой вопрос. Скажите, развейте миф, да? Вот в последнее время все говорят, что в Донецке живут одни бандиты. Да не переживай ты так. Да? Они там не одни. Ну и наша следующая песня. Мы хотели бы, короче, спеть о любимых местах нашего любимого Виктора Федоровича. О любимых местах. Поехали! Поехали! Тулочки донецкие, старые одесские, крымские, алчевские, северодонецкие, новокраматорские, бердянские, херсонские. Вас люблю я, улочки, но ненавижу я улочки все львовские, ивано-франковские, винницкие, чопские, каменец-подольские, ровные хмельницкие, даже черновицкие. Это только наши, в Польше еще есть улочки, мои переулочки. Чешские, польские, ульские! Атас! 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 Когда нас вызывают на бис, нет, это не угроза и не плохое настроение. Это значит, кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на бис. И зрители вздыхают, и сердце замирает, и девочки в экстазе закрывают глаза. И гром аплодисментов, и бис на 100%, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это вам не шашки и не домино. Это не прикол, это не каприз, это просто значит будет номер на бис. Кстати, вы слышали, что на перевод русских передач и фильмов на украинский язык в нашей стране потрачено несколько миллионов долларов? Так и хочется сказать, уважаемые, хватит переводить наши деньги. Ведь совсем не важно, на каком языке. Главное, что и кем говорится с наших экранов. И сейчас в нашем эфире самое интеллектуальное шоу «Умники и умницы». И первый наш участник
доктор благоведческих наук, заслуженный девственник Украины Аркадий Вениаминович Вохентрах. Встречаем! Здравствуйте, Аркадий! Добрый день! Ну что ж, расскажите, как вы стали девственником? Ой, вы знаете, много работал, учился. Сначала школа, затем институт, потом кафедра. Вы знаете, у меня есть один друг. Тоже девственник? Да, аспирант. А, ну да. Так вот, он утверждает, что девственность, она как диссертация, и ее защищать нужно. Ну, понятно. Ну что ж, Аркадий, занимайте свое игровое место. Спасибо. А сейчас встречайте ваш соперник, наш второй участник, директор охранного агентства Иван Девочкин. Здравствуйте, Иван. Коля. Итак, Иван. Ну, а так, для знакомства, да? А какой у вас IQ? IQ? А, ну, пусть будет так. Приходил один такой, как ты. IQ мерил или мерен? Не, мерил, я уверен. Или я уверил, что он мерен. Слушай, по существу можно? Да. И IQ у меня оказался. Никто не ожидал, а он у меня оказался. Да, он мне так и сказал. Ты. Ну, не ты. А он мне, ты, ну, постой, блин. Ладно, ты. А где он? Кто? Ну, я. Ну вот. А, да, я ж тебе сказал, постой здесь. А я и стоял, дома поговорим. Это был Иван. Что ж, а третий наш участник, встречайте, Виктор. Знаете, у Виктора совершенно другая жизненная трагедия. Дело в том, что он путает буквы в словах. Виктор, добрый день. Добрый пень. Пень какой? А, вы ж буквы путаете, да. Буквы. У нас все в семье буквы пукают. И дедушки пукают, и бабушки. У нас-то наследственное, все буквы пукают. У нас все такие. Ну, ясно. Хорошо, занимайте игровые места. И первый блиц у нас заслуженным девственником страны Аркадий. Итак, Аркадий, готовы? Я готов. Начали. Таблетки, приводящие организм мужчины в боевое состояние. Ножпа! Неверно. А. Детородный орган мужчины. Женщина! Неправильно. А. Скажите, откуда берутся дети? Правильно. И руку, кстати, поднимать не обязательно. А следующий вопрос к Ивану. Иван, готовы? Начали. Известная актриса. А можно я назову актера? Ну, вам все можно. Крачковская. Так она же женщина. Ну ты ж просил актрису. Правильно. Виктор, вопрос к вам. Готовы? Начали. Птица, подкладывающая свои яйца в чужие гнезда. Фуфушка. Какая фуфушка? Ну фуфушка. Фу-фу. 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 Слушайте, нет такой птицы, фуфушка ты. Ну как ты вы мне говорите, нет такой птицы, фуфушка? У меня же гомик в деревне. Слушай, какой гомик? Ну, гомик двухэтажный в деревне у меня. Не, мы туда приезжаем и все время слушаем фуфушку. Фу-фу, фу-фу, фу-фу. Так, прекратите, фу-фу. Какой гомик? Ну, домик. У него домик. Он же тебе сказал,
Он буквы пукает. Пукаю. Кто сказал? Он. Стой здесь. А фуфушка – это кукушка. А фу-фу, фу-фу – это ку-ку, ку-ку. Понял, дебил? Понял я, понял. Раз вы такой умный, вопрос к вам. Думаете, вопрос к нам. Иван, скажите, как в газовом вопросе Москва поступает с Киевом? Не подсказывайте. А можно? Можно звонок другу? Кому будем звонить? В секс по телефону. Слушайте, ну вы же взрослые люди, ну зачем туда звонить, а? Действительно, давайте туда сходим. Никуда мы сегодня не пойдем. Подождите, а когда мы туда пойдем? После дождичка, в четверг. Кстати, после дождичка мы всегда собираем гробы. Гробы? Ну да. Гробы после дождичка из земли в лесу так и лезут. Вы знаете, один забавный случай был. Идем мы с детишками по лесу, полные лукошки гробов набрали, а навстречу нам люди идут и гриб несут. Какой гриб? Ну гриб! Ну белый! Ну горе у людей! Ты фуфушку подключи! Это ж просто! Как дважды два. Даун. Я смотрю, вы сильны в математике у нас дважды два. Да. Нас, сильных математиков, в школе два было. Я и учитель физкультуры. То есть математика у вас был любимый предмет? Не. Любимый был глобус. А, вы любили географию? Не. Футбол. За это вас, наверное, и выгнали из школы. Да. И кто выгнал? Директор, небось? Не. Четыре спецназовца. Ответ четыре. Что четыре ответ? Ну ты дебил! Ну дважды два, четыре! Верно? Верно, верно. Поздравляю, вы прошли во второй тур. Спасибо. Спасибо. Ну хорошо. И следующий тур будет посвящен женщинам. Нашим любимым, нашим желанным, нашим дорогим и сексуальным. Можно? Да, что вам? Выйти. В туалет? Нет, ну можно и в ванную. Так, прекратите. Чем вы думаете, а? Головой. Я все делаю головой. Пришел домой, дверь открыл головой, поел головой и лег спать. Головой? Не. Головой я не сплю. Головой я всегда на чеку. Интересно, как же вы тогда отдыхаете? Чеку выдергиваю. Так, все, достаточно. Слушаем следующий вопрос. Внимание, вопрос простой. Дайте полное название самой популярной детской передачи. Подсказка. Малыши. Можно? Да, пожалуйста. Ну, наконец-то. Ой. Так, а что у вас с детьми? А, вы знаете, у меня семья большая. У меня аж пятеро детей. Значит, почка с веточкой и четыре пальчика. Значит, почка ходит в детский зад. Пальчики уже давно взрослые с дедушками встречаются. С какими дедушками? О, вы видели, какие там дедушки? В наше время дедушки такие короткие юбки не носили. Там же все видно, господи. Да, а у меня один. Дочка. Вот такой пацан. К сожалению, наша передача подходит к концу. До свидания. Ты дебил? Не до свидания, а спокойной ночи. Что спокойной ночи? Ну ты ж сказал! Это спокойной ночи, малыши! До новых встреч! Ваши аплодисменты!
умники и умницы 95-го квартала! А у нас новости шоу-бизнеса. Недавно Филипп Киркоров поменял свой старый имидж на более молодую женщину. Так я ненавязчиво подвязал нашу постоянную рубрику «Черный квартал» и приглашаю на эту сцену Дениса Манжосова, Евгения Кошевого и Юзика со своими шарами. И для начала новости. Водитель БелАЗа не справился с управлением и ликвидировал пробку на мосту Патона. Опубликованы мемуары жены Фаберже. Оказывается, она была единственной, которая не только видела яйца Фаберже, но и держала их в руках. Жительница поселка Отрадный утверждает, что у нее есть ядерное оружие и требует ввести в нее американских солдат. В середине века в плавание на корабль обязательно брали свинью. Потому что женщина на корабле – плохая примета. Новости натуралиста. Оргазм кролика начинается и заканчивается одновременно. А теперь сказка. Поймал как-то Борис Моисеев золотую рыбку. И взмолилась рыбка: «Отпусти меня, я выполню 3 твоих желания». «Не надо мне 3, выполни 1, но 3 раза». И еще одна сказка. Мальвина залетела от Буратино. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Сенсация! В Красную книгу занесены охотники на тигров. Народная мудрость. Мужчина перестает быть мужчиной, когда ему отказывают даже руки. Дамы и господа, в «Черном квартале» маленький эксперимент. Мы хотели бы пригласить на эту сцену наших больших друзей Алена Винницкая и Жорик Делиев. Присядьте! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Да. Ребят! Знаете, ну, ничего сложного. Вы видели, что мы вытворяем с этими шарами. Главная задача — вдохнуть. Я вам предоставляю вот на бумаге шутки. Спасибо. Так. И вы попробуйте их прочесть. Вдохнуть. Хорошо, вот. Или дунуть мне надо? Так кажется, что у меня да лишний... Да посильнее! Я это делаю первый раз в своей жизни. Первый раз в жизни? Специально для «Вечернего квартала». Поехали! Радостная новость для мужчин. В продажу поступили презервативы для самых маленьких. Теперь я, да, боже, ну, помним, да? Побольше. Эх. 1-2 раз. Проба-прогулечка. Вчера в зоопарке лев напал на сторожа. Сторож отделался легким и почками. Я позволю себе прочесть еще одну шутку, потому что она касается непосредственно Георгия Делиева. Прощай. Жора, прости. Ничто так не влияет на сексуальную ориентацию, как звание заслуженного артиста. Нет, насчет заслуженного правда. Ну что ж, уважаемые друзья, бурные аплодисменты! Жорик Делиев и Алена Винницкая! Новости кино. Эдди Мерфи в фильме «Поездка в Америку» снялся одновременно в 5 ролях. Валерий Меладзе в своем знаменитом клипе снялся одновременно в 12 ролях. А у нас в гостях Владимир Зеленский.
который снялся одновременно в трех ролях в фильме «Тупой», «Еще тупее» и «Самый тупой». Господи, боже мой. Первый вопрос к тупому. Скажите, вы любите классику? Кого? Ну, вы читали Жюль Верна. Чего? Вы что, глухой? Нет, я тупой. Ну хорошо, тогда вопрос попроще. Да. Скажите, вам нравятся девушки? Это хорошо? Вы еще спрашиваете. Я не спрашиваю, я констатирую факт. Ну а мужчины вам нравятся? А вам? Это вы меня спрашиваете? Я не спрашиваю, я констатирую факт. Так, я что-то уже ничего не понимаю. Вы сейчас очень на моего брата похожи. На какого? Господи, боже мой. Хорошо, тогда вопрос. Пик сексуальности. Кролики. Неправильно. Китайские кролики. Допустим. Да. Скажите, Виагра это средство или роскошь? Виагра это средство. Угу. По уходу за роскошью. Слушайте, да. Ну как вам не стыдно, а? Вы же прошли такую большую жизненную школу. У вас такой большой... Будете дразниться, я вообще играть не буду. Что значит не будете? Мы же с вами договаривались. Чем вы слушали? Тем, куда вы мне говорили. Так, о чем я? А, вышел у нас поэт, правильно? Да. Итак, скажите рифму к слову «конец». Консерва. Какая консерва? Тунец. Допустим. Скажите рифму к слову «копать». А вы скажите «подождем мою маму». Подождем мою маму? Подождем твою мать. Кто ваш отец? Тунец. Кто ваша мать? Копать. Да перестаньте вы копать. Подождем твою мать. Стоп! Кто такое? Блиц-опрос ко всем троим. Господи, боже мой. Скажите, сколько у вас было девушек? Тупой. 10. Еще тупее. 8. Самый тупой. Понятно, 0. Диаметр водосточной трубы. Тупой. 10. Еще тупее. 8. Самый тупой. Правильно. Что было раньше, курица или яйцо? Не подсказывайте. Ладно. Какой бы вы хотели видеть свою жену? Тупой. Не знаю. Еще тупее. Не помню. Ну и последнее. А чего вы меня не спрашиваете? Правильно. Что ж, ну и на этом, слава богу, мы прощаемся с нашими персонажами. А я хочу вам сообщить, что Владимира Зеленского пригласили сниматься в новом фильме, который будет называться «Сексуальный», «Еще сексуальнее» и «Самый сексуальный». Господи, боже мой, да что ж это такое? Знаешь, Денис, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Ну... Давай с плохой, чтобы потом как бы немножко лучше было. С плохой. Следующие игры «Динамо Киев» Лиги Чемпионов будут показывать после 24:00 и с красным квадратиком на экране. Тогда какая же хорошая? Хорошая? Ты сейчас обалдеешь. У нас в гостях Сергей Пенкин! А, да! Да! О, Сергей Пенкин! Ого! Блестящий. Блестящий выглядит. Согласен. Дорого. Дорого, да. Достаточно. Сереж, вы знаете, мы как-то вот увидели, что в одном из интервью вы сказали, что за свою жизнь вы перепробовали очень много профессий, и даже вы работали дворником. Конечно. Так было, да? Есть такие ситуации в жизни. Я хочу сказать, что любая профессия, если она... Что? У нас же юмористическое шоу. Народ, народ просто смеется со всего. И они не верят, что вы работали дворником просто. Я думаю, так. Все. Почему? Шикарный дворник, я считаю. Достаточно. Нет, но кто-то, можно быть шикарным дворником, можно быть и дешевым певцом. Это же тоже бывает. Согласен, согласен. Главное — любить свою работу. И как мы уже сказали, Сергей за свою жизнь попробовал много специальностей и профессий. В нашей рубрике, постоянной рубрике «Фотоальбом» мы хотим показать фотографии этих профессий. Дамы и господа, внимание на экран. Сергей Пенкин работал помощником повара в ресторане «Первак». Было дело, да. Однажды он работал врачом.
Также он работал солистом хора престарелых. Да, а после 2 года Сергей был комендантом общежития. Успел попробовать себя в роли диетолога. Было дело. А в начале 90-х Сергей всерьез увлекся эстрадой, и почти год он работал Александром Буйновым. Также сложилось, что Сергей поработал Иваном Демидовым. Да, довелось работать Еленой Хангой. И Веркой Сердючкой. Пиком увлечения эстрадой стала работа Жанны Агузаровой. После Жанны Агузаровой Сергей начал работать и другими сказочными персонажами, железным дровосеком. Дальше была Мальвина. Незнайка. Да. И снова Жанна Агузарова. Особенно запомнилась работа «Секс по телефону». Да. Но больше всего понравилось работать пьяницей. Но особенно благодатно на его финансовое положение повлияло, когда он вместе с Кашпировским выступал в качестве человека, к которому прилипают металлические предметы. Замечательная была работа. Да, но после стольких поисков своей профессии он все-таки нашел профессию, которая нравится не только ему, но и нам. Сергей Пенкин стал суперзвездой! Суперзвездой, блестящий исполнитель! Дамы и господа, бурные аплодисменты, Сергей Пенкин! Сергей Пенкин! И, конечно же, мы не могли пройти мимо такого грандиозного события, как 10-летний юбилей телеканала «Интер». И под ваши бурные аплодисменты мы бы хотели пригласить на эту сцену, так сказать, первые лица канала «Интер». Бурные овации! Вот прошу они! На сцену. Люди, которых вы видите каждый день в течение 10 лет! Звезды телеканала «Интер». К сожалению, не все пришли, кто-то уже на банкете. Да. Я понимаю, спасибо огромное, что вы сегодня у нас в гостях. Мы действительно искренне присоединяемся ко всем самым лучшим пожеланиям, но не все так хорошо. Дорогие друзья, сегодня с этой сцены мы хотим рассказать всю правду о крупнейшей в стране телевизионной группировке, именуемой «Интер». В течение 10 лет эти люди на глазах у миллионов зрителей творят свои злодеяния и получают от этого и удовольствие, и деньги. Мы уже несколько лет работаем в этой организации под прикрытием, и вот несколько фактов, которые нам удалось установить. Внимание на экран! Некто Игорь Кондратюк, кличка «Знаток», средь бела дня в центре столицы творит свои злодеяния, а именно совершает преступления и разводит простых людей. Мошенничество в особо крупных размерах. С каждой такой вылазки Кондратюк имеет минимум 2 шляпы денег. У группировки есть свой характерный почерк. Каждая одураченная жертва получает от мошенников в подарок дохлую курицу. После этого Кондратюк, он же Знаток, передает жертву в руки своим подельникам по кличке Кузьма и Могила. Те, в свою очередь, целый день издеваются над жертвой, а вечером показывают ее по телевизору. Статья 146 «Незаконные опыты над человеком». Алексей Дивеев, церковный. Прогноз погоды. Статья 114 «Государственный шпионаж». Под видом прогноза погоды показывает на карте Украины расположение стратегических объектов и дислокацию вооруженных частей Украины. Далее все видеосюжеты засекречены. Но у нас есть реальные факты. Некто Анна Соболева и Юрий Кот, кличка Мурзик. Проект
Все для тебе. Стаття 27/3 «Сводничество». Далее. Антон Мухарский, он же Муха. Он же сейчас в зале и под Мухой. Проект «Квадратный метр». Статья 185 «Квартирные кражи». Со своей бригадой выносит из квартир жертв меха, мебель и другие ценные вещи. Илья Ноябрев и Снежана Егорова. Программа «Я все про вас знаю». Статья 152 «Шантаж». Ну, этот проект мы закрыли. Да. Сергей Сивоха. «Моя хата с краю». Незаконное хранение и употребление нарисованных животных. Статья 189, часть 3. Ведение программы в особо крупных размерах. Проект «Вечерний квартал». Здесь все чисто, не подпевает. Да, здесь супер просто, ребята отлично работают, все нормально. Продолжаем. Маша Ефросинина и проект «Один в поле». Статья 118, бред. И браво. Самое главное, что эти люди настолько циничны, что все свои преступления, злодеяния снимают на видео. Дорогие друзья, если вы кого-либо из них случайно увидите, срочно позвоните и поздравьте. Сегодня у них день рождения! Каждый вечер у экрана собирается страна. Здесь такие развлечения, здесь такая глубина. Настроение населения, вот задача и задач. Для ток-шоу, сериалов, музыкальных передач. Если весел ты сегодня и смеешься в полный рот, значит мы не зря на сцене развлекаем наш народ. Значит рейтинг выше крыши поднимает наш квартал. Мы не зря сюда попали, я попал и ты попал. Круто ты на Интер попал, ты звезда, ты звезда, давай народ порази. Круто ты на Интер попал, ты звезда, давай народ удиви. Если лютые морозы надоели всем уже, мы скорее включаем Интер и теплеет на душе. Мы сердца соединяем каждый день и каждый час. Принцип нашего канала все для тебя, все для вас. Круто ты на Интер попал, ты звезда, ты звезда, давай народ порази. Круто ты на Интер попал, ты звезда, ты звезда, давай народ удиви. Можешь стать звездой экрана, хоть никто не ожидал. Если спел ты на Майдане, то на Интер ты попал. Делать шоу патриотов, BBC меня зовет. Но мне Интер ближе к сердцу, я канала патриот. Каждый вечер у экрана люди жаждут новостей. 10 лет каналу Интер, это новость всех важней. На ТВ оно как в спорте, есть неписанный закон. Все каналы супер, только Интер супер чемпион. Круто ты на Интер попал, ты звезда, ты звезда, давай народ порази. Круто ты на Интер попал, ты звезда, давай народ удиви. 10 лет совсем немного, это первый юбилей. Но нашел за эти годы миллионы ты друзей. И поэтому сегодня я желание загадал, чтоб сейчас поздравил Интер с днем рождения целый зал.